Дорогие друзья, всем привет! На нашем канале новое видео. Сразу начинаем, сразу к делу. Вопрос такой. Почему поезд иногда резко трогается с места, особенно после остановки в туннеле? Вы, наверное, все прекрасно знаете, то, что когда поезд отправляется со станции, обычно он трогается плавно. А вот если он остановился в туннеле, может довольно-таки резко дернуть. Именно поэтому нужно держаться за поручни, когда вы едете в пассажирском салоне. Почему так происходит? Какая причина? Я вам все объясню. Сейчас мы на этом поезде, без пассажиров, выезжаем на линию, проверим, почему так происходит, я все объясню и покажу прямо из кабины. Сейчас идем в кабину. Смотрите, дорогие друзья, мы сейчас находимся на станции. И, как вы прекрасно знаете, отправление со станции поезда происходит плавно. Зеленый поезд. Поезд плавно трогается, набирает скорость. Это очень комфортно для пассажиров. В чем же разница, если я сейчас остановлюсь в туннеле, и поезд у меня тронется более резко? Зачем? Почему так происходит, и зачем пассажирам держаться за поручень? Сейчас я вам все объясню. Сейчас мы остановимся в туннеле и все вам объясню. Смотрите, дорогие друзья, сейчас мы останавливаемся на перегоне. Ну, если вы вдруг не знали, туннель метрополитена, он имеет спуски и подъемы. Но в данный момент мы остановились на подъеме, то есть в горочку. На этих составах установлены асинхронные современные тяговые двигатели, но есть одна у них особенность. Дело в том, что крутящий момент на валу этого двигателя появляется, максимальный крутящий момент, появляется не сразу, а через какое-то время. И если мы стоим на подъеме, просто поставим ручку в ход, поезд не сможет тронуться, он покатится назад. Именно для этого есть специальная функция, она называется подъем. Вот я ее нажал, вот здесь засветилось. Эта функция позволяет поезду тронуться на любом подъеме, в любую горочку. Но как она реализована? Дело в том, что тормоза на поезде в этом случае отпустят с задержкой, и двигатели будут работать как при полной загрузке на полном тяговом усилии. Именно поэтому сейчас произойдет небольшое резкое ускорение, резкое трогание с места. Вот я ставлю ручку в ход, посмотрите усилия какие сразу. Практически до 100%. Не сильно дергает, но заметна разница между отправлением со станции. Заметно. Именно поэтому поезд в туннеле иногда трогается более резко, чем со станции. Все очень просто. Спасибо за просмотр. Это было коротенькое видео, просто для размышления, чтобы вы знали. До свидания.